Усим привет, Аня, на связи с Зачерством Геймер, и это новая рубрика. А пока она тестовая и не имеет названия, быть может, уже в названии ролика она имеет название, но, в общем, давай к сути переходить. А значит, что мы делаем в этой новой рубрике? У нас есть две стороны, защита и атака. Необходимо спрятать заложника, главное так, чтобы его было видно. Есть определенные ограничения у защиты и у атаки. У защитника есть кувалда, дробовик, чтобы проделывать себе пути, делать какие-то новые комнаты, ну, в общем, все, что взбредет защитнику в голову. Далее это планки для того, чтобы укреплять или, быть может, обмануть атакующего. А следующим пистолет. Пистолетами мы сражаемся для того, чтобы уничтожить своего оппонента. И также две ловушки, которые будут размещены защитником где-то по карте, где он хочет, в общем, да. У атакующего есть точно так же кувалда, чтобы пробивать какие-то места, там, пистолет, естественно, чтобы уничтожить своего оппонента, и три С4 бомбы, в общем, как хотите их называйте, чтобы точно так же пробить какую-то большую дыру. На все про все есть 4 минуты у защитника, чтобы соорудить свое место, подготовиться к атаке. И также у нас есть 6 минут всего на поиске. Защитник побеждает в том случае, если он убил атакующего, или же атакующий убил случайно заложника. Если защитник случайно убил своего заложника, то атака побеждает. Также атакующий может выиграть, если он убьет защитника или же унесет его на место спавна. Вот, в принципе, я думаю, правила долго мы разъясняли, но зато они понятные. Они жесть какие долгие, если честно. Ладно, давай отчет. Раз, два, три. Пошел. Все, я тебя не слышу. Я тебе буду потом говорить, когда время будет уходить потихонечку. Но при этом мы с вами можем разговаривать. Да, вот как у вас там дела. Значит, он там пока себе строит. Вы, наверное, видите, что он там строит. Психопат сам с собой разговаривает. Вот. Да. Да, сам с собой. Он ругает, наверное, меня, да, сейчас? Да? Я ж его не слышу, можно и поругать меня. По-любому-то, вот по-любому, что тут гадкие вещи мне говорит. 100%. Это мысли мои считают, говнюк. Ну, 100%. Если он что-то сказал, я на всякий случай осуждаю, и я не такой. Все, ты такой, психопат. Сам такой. Сейчас прикиньте, если я попал прям вовремя. Вот это было бы прикольно. Тем временем, пока ты там строишь, у тебя... Да не, у тебя еще целых 3 минуты есть. Как же классно, я места не могу себе еще достроить. Вот, что, рассказывайте, как ваши дела? На меня все плохо. Кстати говоря, пока он там строит, можете зайти в мой телеграм-канал. Вот, лучше там... Между прочим, много всякого интересного. Заранее можете узнать о выходе ролика, а еще, вот это изображение видишь? Это нейросеть нарисовала, но я его тебе показать могу на Ютубе, потому что Ютуб мне ата-та сделает такие изображения. Поэтому, поэтому переходи в Телеграм, подписывайся. Вот, я тебя там жду, там много всякого интересного, помимо изображений от искусственного интеллекта. Короче, да, может... это изображение, кстати, было сделано по названию этого видео. Вот. Это ты знаешь, как выглядит видео глазами нейросети. 2 минуты Короче. Есть еще целых. Нормально так. Ой-ой-ой. Так. Может быть, и так закрою. Тут планочку поставить, наверное. Да. Тут планочку. На крышу. Да? Да. Так вот. Оба. Минуту молчания. Идеально. Немножечко. Сделаем. Ну, да. Не повредить. Блин, не-не-не-не-не, стоп.
Кстати говоря, интересно, вы слышите на записи у меня его или нет? Хотя даже если не слышите, то, вероятно, услышите, потому что у него есть, у меня есть его материал. Будет. Будет. Да. Мне тут же заспаунить надо. Минута, кстати говоря, осталась. Ага, минута осталась. Я начну отчет, как только 30 секунд будет. Так, 10 секунд, а потом как 10 крайние будут, то я и с 10 начну отчет. Спаун. Так, я, пожалуй, сразу пистолет в руки возьму. Вдруг он где-нибудь там в окне высматривает меня. А кого мы... О, кстати говоря, уже 20 секунд, извини, я сказал, что 30 секунд сообщу. А вот, 16 уже. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Алло. Время вышло. Время вышло, значит, я включаю... Подожди. Что, спавнишь? Кого спавним? Самого этого, блин, сейчас я тебе скажу. В ТДМП, помнишь, да? ТДМП и Бейсил, Бейсил, вот, Рэгдолл версию. Рэгдолл? Да. Окей, сейчас, подожди, я его поставлю, и я готов. Давай. Что ж, небольшие заминки. А то мы что-то это не проговорили в самом начале, я уже забыл, кого мы там ставили. Самого заметного. Все, готов там? Ну, в принципе, да. Ну все, я ставлю себе таймер в 6 минут. И все, время пошло. Что ж. Ну, будем смотреть. Ну, я так, как кстати говоря, если что, да, в правилах не указано, что ты должен прям с заложником сидеть, если что, вдруг. Вот. Также не указано, что ты должен сидеть тихо, ты можешь меня отвлекать. Это я так, на будущее просто говорю. То есть ты можешь даже и не рядом с заложником сидеть. Так, почему я, кстати говоря, по следам не иду? Ты что-то следы оставлял, в этой стороне вообще следов нет, я почему-то в эту сторону. Но это, я так понимаю, это старые следы в любом случае. Скорее всего, да? Ты тут как-то бегал, носился. На скамейку прыгнул. Сюда потом пошел. Блин, будет интересно, если это не найду, конечно, это совсем. Не знаю, мне кажется, не стоит в правила добавлять подсказки, потому что в этом-то и суть, что я должен найти. Ты все-таки ныкаешь заложника. Прячешь, ныкаешь. Что за слово тут ныкаешь? Так. Для устрашения немножечко выстрелю. Так, ну тут ты не можешь быть. Нет, по следам здесь ты тем более не можешь. Но чисто в теории ты можешь быть вот в этом здании. Блин, главное на свои же следы не выйти. А то я запутаюсь так. Побыстрее, чтобы ясно понял. Ну что, не закрывается? Тут один этаж, что ли? Тут один этаж всего, я понял. Я понял. Так, это вот это вот твое место, которое испортилось, да? Взрыв какой-то произошел. Да, да, там вакханалия творилась. Блин, у меня 4 минуты всего лишь, чтобы тебя найти. Так, это я сюда заходил, ё-моё, что я творю. Услышишь на записи, какой у меня звук из-за тебя. Да? Да, я себя слышу. Я понял. Так, ну здесь я заходил, я хожу. Нет, подожди, сюда я не заходил. Нет, никого. Точно никого. Я же могу открыть. Могу. Точно. Блин. Интересно.
дай пройти. Блин, у меня тем временем всего 3 минуты осталось. Опа. Это что такое было? Это что, это откуда было? Ты все-таки здесь, что ли? Не может быть такого. Где? Где-то в той стороне. Не. Не, ну заложника же здесь нет. А нет, есть. А ты где? Опа. Все получается. Ты проиграл. Я по нему даже не стрелял. Что ж, целых 2 минуты еще было, чтобы спрятаться. Значит, смотри, я нашел место. Вот, и давай таймер включай, скажешь мне, когда ты включишь. Давай, раз, два, три. Короче, у меня есть идея. Ты меня слышишь, нет? Да, я слышу, говори. Нет, ты выключай, я просто хотел со зрителями поговорить, и ты меня выключай. Сейчас. Ты меня выключай. Так, надеюсь, он скажет, кто меня слышит. Подожди. Когда он есть, когда он меня слышит. Я выключу. Все, ты меня не слышишь, да? Скорее всего, не слышит. Смотри, что я хочу сделать. Короче, я хочу заложника положить прямо сюда. Примерно вот сюда. Да, типа его запрятать. А сам при этом уйти... Уйти в другое здание, соседнее. Вот. Я не знаю, сколько у меня там времени. Надеюсь, у меня его достаточно. Все, я без звука. Надеюсь, у меня его достаточно. Давай закроем здесь. Закроем здесь. Закроем здесь. Я хочу... Собственно говоря, когда он... Зайдет... Близко, ну прям палец, где именно заложник находится. Так. Надо побыстрее все это дело делать. Прям сильно палец, конечно, где именно заложник. Ну, мы попробуем, наверное, сделать вот так, да? Чисто маскировка. Вот так. Вот. Так, сейчас. Так, пока он не говорил, что у меня время заканчивается, как только он скажет, что у меня время заканчивается, мы сделаем следующим образом. Мы уйдем туда, в тот дом. Вот там в окно будет его замечательно видно. Все, что нам нужно будет сделать, это просто наблюдать. Просто наблюдать. Симпсонов. Во. Значит, сделаем, наверное, вот так. Так, чисто для отвлекающего маневра. Вот так. Ну, навешаем просто что-нибудь здесь. Для вида. И вот такую штучку. Так, хорошо. Блин, жалко, тут нельзя стирать то, что... Вот здесь тоже за ёлочкой. Сколько у меня тут еще? Я же еще 2 ловушки можно ставить, точно, я и забыл совсем. Заняться покраской кирпичей. Вот так вот. Так, получается, ловушку давай поставим вот сюда. Где у нас окно? Работаю на стройке. Вот. Одну вот сюда, хорошо. Начальник заставил кирпичи красить. И переходим снова к планкам. Блин, пятно нарисовал. Минус 1000 зарплаты просто. Вот так. Вот так. Вот так. Хорошо, блин, супер. Еще одно пятно. Так. Интересно, я могу так? Не. Я думал, могу. Слишком здесь палец, да? Прозрачным как-то рисовать. Это дело. А, ну могу. Уже здесь это все закроем. Там еще дверь какая-то есть. Ё-моё. Дверь, которую я не закрыл, с комнаты ведет. 5. Твою мать. 10, 9, а что ты не предупредил, 6, когда там? 5, 4. Итак.
Три, два, один. Хорошо, все. Я выхожу. Я успел плюс-минус. Так. Я только ловушку сейчас поставлю, успею, все. Так, ты там таймер как? Включил уже, когда искать? В смысле, на 6 минут? Да, 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 да. Хорошо. Так. Вы, кстати, скины не сменили. Так, я один не сменил. Не, у меня Макдональдс. Я меняю на... Так нормально, яркий скин такой. Где ты там ходишь? Я не знаю. Вот ищу тебя. Заложника нашел? Ну... Хочешь прикол? Я был вообще не там, где заложник. Я в другом здании сидел. В соседнем. Да.